на часах 20:30. Это КЭП. Добрый вечер. Все новости дня. Начинаем. Спутник ВИ для Приднестровья. Часть новой партии уже в аэропорту Кишинева. Этой ночью ждем всю поставку 100 тысяч доз для вакцинации и ревакцинации. Накануне об этом написал президент Вадим Красносельский в своем телеграм-канале. Вакцину купила компания «Шериф». Сегодня ночью из Москвы прилетела первая часть в объеме 25 тысяч комплектов. И она находится сейчас в таможенном терминале Кишиневского аэропорта в ожидании того, когда прилетит оставшаяся часть 25 тысяч. Это тоже произойдет ночью в 0:40. И, собственно говоря, в течение ночи мы доставим эту полную партию 50 тысяч комплектов в наш центр гигиены и эпидемиологии для последующей вакцинации 100 тысяч граждан. Двумя партиями, потому что на борт не помещается сразу все 50 тысяч комплектов, поэтому они прилетают двумя бортами. Спутник в ближайшее время распределят по поликлиникам, ФАПам, сельским амбулаториям и прививочным пунктам на рынках. Вакцинироваться можно будет и в праздничные выходные уже с 4 января. Спутник, Синовак, Пфайзер и Модерна. Препараты есть на выбор. Всего полный курс вакцинации у нас прошли более 130 тысяч человек. Больше 24 тысяч сделали повторную прививку.